Привет, народ из Техаса. Сегодня мой последний день. Завтра я улетаю в Россию через Турцию. И, как обещала, хочу сделать для вас тур по магазину с оружием. Этот магазин не чисто оружейный, он как бы спортивный. Но вы увидите и для охотников, что... Так, наша задача — найти секцию оружия. Я была здесь давно уже, а вон там еще самолет есть. И, честно говоря, не помню, где эта секция, наверху или внизу. Excuse me, where is the gun section? Gun department? Upstairs or there? Thank you. Ага, наверху. Ну что, поскучим. Sorry. Эскалатора нет. Сказали, идите пешком. Так, магазин. Ну, зато хорошо, хоть разрешают снимать. Сейчас этой стороны покажу. Прикольно. Идет папаша с сыном и рассуждают о том, что значит его сестра. У сестры был секс с каким-то братом кого-то. Вот смотрите, заходим сразу в оружейную секцию. Это типа показано, на кого можно охотиться. И вот сразу начинается оружие. Хочу сказать, что в Техасе оружие можно покупать с 18 лет практически. В неограниченном количестве. Разрешения никакого брать не нужно. Подписан недавно закон о open carry. Это свободное разношение оружия. То есть, если у вас в кобуре пистолет на поясе, можете зайти и спокойно с таким, с оружием на кобуре на поясе можете заходить в любой магазин, в любое общественное заведение. Вот такой. Ну, это что-то редкое такое. Цена 25 тысяч долларов. Значит, наверное, плохо видно. Вот, но это подешевле. Да, это 25. А эти по 2500 где-то. Вот со скидкой. 2800 продается. Это 3000. Ну, это такие какие-то крутые с отделкой серебром. Там все дела. Не просто какие-то. А вот обычные попроще винтовки разного плана. 400 долларов. Что-то плохо фокусируется. 600, 700, 900. Гляньте, какие морды. Вообще все такие прикольные. Вот. Ну, Техас рулит. Это вот лахтика Техаса. 479. И такие прикольные. Это тактические ружья. А это двойные. Вот, смотрите, с двойным дулом у них. Народ ходит, он покупает, присматривается. То есть, это беретта, это стенд береты. 1900. 1900 в основном все. Есть вот такой вот. Народ покупает оружие направо-налево, себе, женам, детям. У меня в семье у всех есть ружья, автоматы, полуавтоматы, конечно, не армейские автоматы. Вот у нас на распродаже 6 тысяч почти. Это Браунин. Бенелли, я даже не знаю такую компанию. Ну, вот Беретта, конечно, известная компания Бенелли. Вот такие. Ну, тоже где-то 2000 долларов. Оружие, кстати, подорожало, дешевле раньше было. А это вообще какой-то крутой, конечно, это Цезарь.
Гарнини. Не знаю даже такого. Ну, Броунинг знаю. Ой, по 9 тысяч, по 15 тысяч, 21 тысяча. Это какие крутые вообще, такие, видимо, подарочные какие-то наборы. Значит, эти мы посмотрели. Вот. Тоже, видите, два флага. Это флаг Техаса и американский флаг. Это Стэн Беретти. Это Мосберг. Это дешевые какие-то винтовки по 250 долларов. За 400 есть. Мосберг. Не знаю, кто такой. Неизвестно мне Мосберг. Бедных животных поприбивали. Вот распродажа. 400 долларов. 399. Но это used shotguns. Это использованные уже. Это кто-то... магазин принес, продал, а себе купил новое. Вот, это тактические. Вот, тоже какие 400. Где-то 450 долларов, короче. Все такое тактическое. Все ходят. И даже индусы покупают, китайцы. Рысь какая-то. Кто угодно покупает. Такое. Хочу узнать, какие еще есть. Народа много. Там собачка у кого-то кто-то пришел с собакой. Это тоже пенини. Секция ритей. Не знаю, что это за кто-то такие. Вот они покупают оружие, они говорят, что мы можем купить ваше оружие. Тут очень много пистолетов, вот смотрите. То есть вы пришли, выбрали, какую вы хотите. Вам откроют, дадут подержать. Это SIG, как он называется? SIG Sauer. Популярный бренд. Стаккато. Какой-то стаккато, я не знаю, что за стаккато. Еще какие-то премиального качества оружия. По 3000 долларов. Не знаю, в чем премиальность. Я, честно говоря, мало понимаю. У меня вот сын и его отец, они прямо вообще... А, гляньте, скатиться с оптикой. Извиняюсь. Аллергия меня так и продолжает мучить с какими-то оптическими прицелами. 5000 долларов. Есть подешевле, без оптики. Вот, по 3000, по 2000, такие вот. В общем, американцы и оружие, они растут вместе. То есть, в принципе, ну, у каждого куча оружия. И такого, и всякого. Вот эта оптика. У нас, кстати, одна дама из Далласа пыталась отправить оптику в Москву. Ее арестовали и посадили, чуть в тюрьму не посадили. Назвали ее, значит, шпионкой. Она просто их разобрала. Ну, кто-то попросил, видно, из знакомых. Известна была история, нашумевшая. Вот. Девочка просто купила эти оптические прицелы. Разобрала их по частям и отправила в Москву обычной почтой. Таможни, значит, посекли. Наверное, ну... Показал этот прибор, что там что-то в коробках металлическое или запищало, я не знаю как. В общем, ее адвокаты вытаскивали из тюрьмы, это был шум, по телевизору у нас везде говорили. Так есть. Вот. И по телевизору было, и в газетах, в общем, везде. Сказали, что шпионка. В общем, еле-еле она открутилась, насколько я знаю. Но потом все нормально, ее выпустили в итоге. Но просто, что вот это опасно пересылать вот такого плана. Ну, это прямо вот. $10 всего для патронов. Ну, это пластиковые, у нас, думаю, металлические.
для патронов такие магазины. Тут же продают сейфы. То есть у нас не обязательно иметь сейф, чтобы купить ружье. Никто вас не заставит его покупать. Вот какой-то шикарный сейф за 10 тысяч долларов такой. То есть, в принципе, можно, если вы хотите. Просто, если вы боитесь, что ваше ружье украдут. Это прям сделано в США, в сейфе. Ну, потому и цена приличная. Он называется сейф Liberty, свобода. $1500 всего. То есть, дешево и сердито. Не то, что вот эти по 4, по 5 тысяч долларов. Так, вот еще Рогер, Карагер какой-то, не знаю, что это за бренд. Вот у них целый тоже стенд. Тика. Тика. Вот так вот, дети у нас тут растут уже с ружьями. Первое ружье мы сыну подарили, ну, отец его подарил ему на день рождения, когда ему было 7 лет. И, по-моему, уже в 12 или в 13 лет он первого кабана подстрелил. А уже через год он уже подстрелил первого оленя. Вот. И почему много оружия? Вот я тоже говорю, зачем вам столько оружия? Ну вот есть же там ружье, хватит уже. Нет, нет. На кабана одно, на медведя другое, на оленя третье. У каждого, на каждого там какие-то такие интересные, старинные, с барабанами. Это по 1400. Кимбл какой-то бренд. Вот. Ну, это, видимо, уже тоже старинное оружие. 1799. Kimber of America. Прикольно. У всех номер есть, этот номерной, они все с номерами. Вот я тоже покупала себе пистолет и автомат. И просто, ну, показываешь им водительское удостоверение, и они пробивают тебя по базе данных, что есть у тебя где-то криминальные какие-нибудь или нет. Если никаких криминальных у тебя нет, ну, там противопоказания, то никаких проблем тоже нет. Ты просто тут же через 15 минут заполняешь там какие-то бумажки, тоже вопросы там тебе спрашивают. Отвечаешь на эти вопросы, тебе очень быстро выдают, ну, можешь покупать тут же оружие. Вот это что такое вообще, даже не на какие-то 149, я не знаю, это для детей, что ли, такие ружья, какие-то маленькие, цветные. Такие вот есть, вон какая-то рысь. В общем, они, видно, хорошие тут деньги зарабатывают, потому что такая крутая обстановка в этом магазине вообще у них. Сейчас многие другие закрыли секции оружия в своих магазинах, а в этом до сих пор есть. Поэтому можно прийти купить. Тут что-то видно крутое. А тут это полуавтоматы, ребята. Кстати, недорогие, смотрите. $749 этот, например. $1500 вот этот. Вот такие вот. Это... Six Sawyer. 1200. Вообще есть $800. Это недорого, я считаю. Такие. Ну, вот, типа автоматов. Или полуавтоматы. Я говорю сразу, что я не разбираюсь в этом всем деле. Я могу только показать. Но мой сын с закрытыми глазами скажет, какое ружье какое. Это у них и по калибру, и по мощности они разбирают. Он какой-то такой большой, крутой. Почти $7000 вот этот вот. Желтенький стол вот этот. Вот такие прям большие они. Вот. С прицелами. С оптикой. Закрыты. Вот этот на распродаже за 1890. Белый. Прикольно, это уже такие более автоматические, конечно. Я не знаю, это AR-15 или AR-10. У них там по баррелям они определяют, по калибрам определяют. Thank you, sir. You're welcome. Six more.
Один. Спросил, у меня подошел продавец, если мне нужна какая-то помощь. Понял, что я тут просто снимаю. Она что, не выгоняет? Я удивилась. Вот Олегик, этот Smith & Wesson. Smith & Wesson, вот этот вот. 449 долларов. Вообще какие-то большие. А это вот приумный, это означает, что уже у кого-то купили, и ну, использованные, и перепродают они. 3000 долларов. Не знаю даже, что за бренды. Это большие такие вот. Такие аж. Уже. В общем, я вам показала. Еще раз вам говорю, что разрешение на покупку оружия никакого не нужно. Любой человек может прийти, Пети. Если тебе есть 18 лет, может прийти, в принципе, купить себе. И также у них можно продать. Вот они говорят, что мы покупаем у себя. Какие-то автоматы вот такие. Пистолеты. Вот тоже Smith & Wesson. Вот этот вот. 1500. Маленькие всякие разные есть. Это, я так понимаю, что использованные. То есть это какие-то люди уже продали свои. Есть какие-то, видно, вообще старинные. Редкие. Ну и тут вот, по-моему, вот такого как бы оружия. Сейчас вам покажу. Вот так. А это я вам показываю какие-то редкие тут видны экземпляры. Кольт. Кольт Питон. Вот этот вот. Вот Кольт Питон. 3100. Ну, то есть я говорю вам, тут куча и разного старинного оружия. У меня, когда мужики приходят сюда, особенно мой сын, он прямо слюной обходит, он хочет все их купить. Потому что это такого-то года, это такого-то года, этот знает, у этого такие-то качества, у того такие-то параметры. Видите? Это кольты, это все кольты. Сейчас дальше, что еще? Тут тоже кольты. В Америке что ожидать? Конечно, кольты. Кольт Анаконда написано, Кольт Анаконда. Ясно? Кольт Дельта, у них Кольт Питон. У каждого ружья свои какие-то... Название прикольное. Special Combat. Special Combat. Может, какому-то военному было, может, винное какое-то. Special Combat Government. Это типа от правительства. Ему дали это оружие. Прикольно. А как музей. А гляньте, какой вот этот. Вообще крутяк. $3000. Такая рукоятка прям. А этот вот этот с лошадью. Прикольно. Ну что, тут реально как музеи. Но это все продается. Можно просто чисто купить. Коробки такие старинные. Это все кольты. И вот для детей Мустанг. Кольт Мустанг. Он еще стреляет, он вообще такой старый, но вид. Кольт Мустанг. Вот какой-то. Кольт 34А. Сертификаты к нему, видите, какие-то идут. Прикольно, с официальной печатью. Если они такие, видно, старые, что их должны специалисты проверить перед тем, как убедиться, что они работают, и кобура какая еще старая. Прикольно. Как в музее побывал, честное слово. Target Master. Ну, тоже какой-то тут с гравировками, со всеми делами. 1911 года. А, это модель, извините, 1911 модель, government, правительственные, вот какие-то вообще с длинным такими стволами. А, это, гляньте, какой красивый. О, почти $7000. Colt Sampler STD, 45-й калибр Colt. И эти, гляньте, в какой шкатулке.
с ножом. 1690. Это люди хранили, представьте, а сделанный, это Браунинг. Браун, извините, это не Кольт, это Браунинг. Модель 1911, не знаю, когда он сделан. Так вот уже старинный. Некий тоже с кобурой. В общем, ребята, я вам показала. Вот какие-то, видно, редкие старинные тоже оружие. Это по 15 тысяч долларов, это 7 тысяч долларов. В общем, на любой вкус. Он с двойными стволами. Как вы хотите. Очень интересно. Тут какой-то вот рог еще от какого-то мамонта у них стоит. Тоже такие, да еще золотыми этими монетами. 19 тысяч. Прикольно. Стрингер, не знаю, такой бренд. Хожу аккуратно, чтобы меня не выгнали. Но пока вроде бы никто ничего не говорит. А тут еще целая секция, смотрите, такая. Это уже для охотников, видимо, снаряжение разное. Тоже куча вон всяких оленей. В общем, да, американцы, ну, гордятся тем, что они как бы у всех есть оружие, и они просто стоят насмерть за то, чтобы его никогда не отдавать. И в чем как бы их хочу сказать, point по-английски, причина, да, в чем их причина, почему они стоят за оружие намертво, уже кто только не пытался запретить, или хотя бы какие-то калибры запретить, или запретить открытое ношение оружия. Невозможно. Вот что угодно, но против оружия они, значит, стоят намертво. Значит, их политика в том заключается, ну, американцев, что мы свободная страна, и оружие нам нужно против правительства. Если правительство начнет нас притеснять, вот, или там пытаются нас послать типа в ГУЛАГи в какие-нибудь, пускай придут и заберут нас это оружие, мы объединимся, там, если все с одной деревни или все с одного города с автоматами выйдут, то не так-то легко будет их как бы захватить из рабства, типа, нас нас в рабство не задвинете. Какие-то объективы, не знаю, это может какое-то оружие какие-то, или увеличительные какие-то хрени, гляньте, какой медведь, я так думаю, что настоящий. А вот еще типа лев или кто тут. Ну это все уже фотооборудование какое-то пошло, по-моему, или оптика, лев. Как эта птица летит. Очень прикольно. А, это секция с патронами. Вот тут я была. Я думаю, где я была? Вот помню, что здесь была. Да, мы покупали с сыном здесь патроны. Это тут разные калибры. Вот. Вот сделаны в США. Патроны. Только вот, вот такая вот коробка с патронами. 80 долларов, да, вот 90 долларов. Здесь 150 патронов. Вот 150 раундов. Это 150 патронов. В зависимости, какой вам нужен калибр. Соответственно, для маленьких пистолетов калибр поменьше нужен. 18-19 долларов. Вы себе можете представить, что вы в России вот так выйдете и пошли спокойно, да? Ну, покупать пули, патроны. Вот. И, соответственно, патроны эти все в коробках, они... Здесь большая коробка, 74 доллара. Это большая для охоты на птиц. Вот. Тут 1400, что ли, патронов. Нет, 100. А, это shells. Это эти пустые гильзы для... делают патроны из них. Вот это вот. Такие вот есть. Это дешевые 8 долларов. Я даже не помню, какие на мой пистолет. В общем, короче, тут на каждого зверя свои. Вот мой сын бы пришел, он с закрытыми глазами знает, куда идти, какие мне нужны, какие нам не нужны. Это там человека убить можно, это там только на утку.
9 миллиметров. Вот, может, это мой есть этот, мне пистолет, по-моему, 9 миллиметров. Это вот на Sigar. На разные. Есть на автоматы. На тактические, там на всякие разные. Хоть тоже 9 миллиметров. Это вот на такие пистолеты. Вот, есть на винтовки. Вот handguns. Цены вот такие. Вот такие за упаковку. Это Target и Practice, это что можете, ну, охотиться на кого-то или можете практиковаться. 9 миллиметров, 200 патронов в этой упаковке. Вот, ну все, ребята, я думаю, что я вам все показала на сегодня. Вот эта огромная секция с патронами. И еще раз повторяю, что вы нигде, наверное, в мире такое не найдете, что люди могут просто прийти спокойно и купить любое оружие, которое они хотят. Ну, кроме армейского, кроме, конечно, совсем есть military grade, да, это вообще как бы это оружие, которое чисто уже военные только ими пользуются. Это уже там полное автоматическое ружье. Вот. Соответственно, такие нельзя. А полуавтоматические, да, как бы можно пользоваться. Еще всем пока. Подписывайтесь на канал.